Всем привет. Ну вот еще несколько дополнений по Зорину. Первое. Как все-таки управлять меню и настраивать меню загрузки? Довольно-таки просто. Идете в менеджер программ, заводите словечко Tweak. Вот, устанавливаете его, Tweak Tool. Можете сразу запустить, какая разница. И вот самым первым в меню у вас и будет автозапуск. Вот хотите, допустим, удалить из загрузки варите, там взяли ее, там удалили. Хотите наоборот добавить, варите в загрузку, вот за правый нижний угол потянули. Тут будет у вас большая менюха, вот ползунок. Вот, пожалуйста, опять-таки смотрите, что вы хотите, чтобы было у вас в загрузке. Ищите там свое, варите. Где там она прячется? Вот она. Добавить. И опять она у вас будет в загрузке. Варите, конки, планк, анборд. Вот практически вся недолго. Единственное, что, ну, естественно, несколько геморройно, что управление автозапуском производится через Tweak Tool. Обычно всегда это дело делается вот через параметры. У большинства Linux это уже стоит просто в параметрах. И там уже у вас, как говорится, и голова не болит. Ну, ладно. Теперь вот посмотрите-ка. Тут поупражнялся я. В Зорине был уже установлен Wine, чтобы работать с программами виндосовскими. Но, допустим, балаболку он не потянул. Вот я тут покопался. Значит, установил балаболку, установил русские голоса. Вот так вот поднастроил шрифты, задний фон, бэкграунд сделал сереньким, потому что глаза на нем меньше всего устают. Ну, можно послушать что-нибудь. Вот, смотрите, слушайте. Вряд ли кто-нибудь приедет, с сомнением заметил Марк. Такие мелкие случаи инквизицию не интересуют, она оставляет их на откуп местным властям. Даже если ваша Герти действительно ведьма. То есть, как видите, вот нормально у меня балаболочка работает. Ну, с этим делом пришлось, конечно, повозиться. Когда, значит, я пытался балаболку, значит, установить на Вайнтрикс, которые тут стояли, ну, у меня ничего не получилось. Значит, и тогда я, значит, вот здесь вот пошел, значит, у меня, так вот, вот здесь вот, когда, значит, я при помощи программы Synaptic удалил Вайн и все, что там с ним связано. Затем, значит, все это дело я почистил пылесосиками. Перед этим я еще также удалил вот эту папочку Wine, потому что вот эту вот, потому что при удалении всего этого дела через Synaptic папочка-то остается, хоть она и скрытая, но она остается. Я ее удалил в корзину. Затем почистился пылесосиками и вот установил, значит, вот три команды. Это работает только в Минте. Вот. И четвертую команду Vintrix. Поднастроил Vintrix, подмечал там вот эти вот штучки, чтобы они, ну, скажем так, заставляли балаболку работать. И
при установке, по-моему, вот последнего пункта у меня выскочила там такая менюшечка сообщение, что скачайте там файл. Сейчас покажу. Вот такой вот msxml3.mci. И положить его, значит, этот файлик в директорию кэше Vintrix и запустите его. То есть вот кэше, вот Vintrix, и вот сюда его надо поместить. А после этого надо по нему было кликнуть правой кнопкой мышки, открыть с помощью Vint-загрузчик и запустить вот этот файл прямо вот таким вот наглым образом. Также я, значит, поставил, естественно, балаболку, голоса Николай и Катерина. Вот, перезагрузился. До перезагрузки у меня ничего не работало. Перезагрузился. И у меня все заработало. Единственное, значит, там выскакивало сообщение, там что-то там про Vine меню Builder, что-то такое Exe. А здесь я поступил, скажем так, довольно-таки жестоко очень. Я просто пошел в папочку Vine. Вот в эту. И вот в поиске я так и завел там Vine меню Builder. И он мне откинул, там даже, по-моему, я Vine меню набрал, и Vine меню у меня уже сразу на две строки выскочило. Я их удалил в корзину. Потом он корзину взял и почистил. И теперь при запуске балаболки у меня это глупое окошечко, скажем так, не появляется. А балаболка, вот, пожалуйста, нормально запускается. Мне, в принципе, этого хватает. Ну, настроил я здесь единственное, что сделал шрифт побольше под свои глаза. Сделал, значит, серый фон. Ну, а библиотечка с книгами у меня там под глазами всегда. Вот, пожалуйста, могу выбрать любую. Ну вот на эту могу взять книжечку. Давайте-ка. Вот видите, Олег Авраменко, «Звездная дорога». Ну, можем несколько пролистать. Вот, пожалуйста. Официант сказал, что вы предпочитаете обедать в одиночку, но так получилось, что все столики заняты, и я... Конечно, если вы возражаете, я подожду. Ну и в таком же духе. То есть, понимаете, ну, если повозиться, можно очень много установить самых различных программ. Ну, терпение требуется, конечно, там голова, ручки, там опыт какой-то. Вот. Ну, практически сейчас на Linux можно установить большинство ваших любимых программ. Даже те, которые на Linux не ставятся, их можно гонять через Vine или через кроссовер. В DPN там, по-моему, кроссовер вообще по умолчанию они взяли и поставили, чтобы гонять программы виндосовские. Vine там ставит еще Play on Linux, там на него пытается офис садить. Ну, мне LibreOffice за глаза и за уши хватает, по моим, как говорится, скромным требованиям. Вот, ну, вам я еще раз хочу подчеркнуть, что вот смотрите, нормальная операционная система. Практически из моего списка все программы встали, плюс экстра. Значит, поставил я туда балаболку, программу для чтения книг вслух. Это особенно актуально для людей, у кого, значит, проблемы там с глазами. По опыту своих прежних балаболок могу сказать,
что вот когда создается образ, вот я могу сейчас этот образ создать, значит, систембаком там записать его на флешку там, или значит, с флешки установить на жесткий диск, или положить его в накладовочку к себе, кто-то скачает, запишет на флешку, с флешки поставит на жесткий диск, а у него балабок, работать не будет. А почему? А вот есть тут такой трик или нюанс, скажем так, что при установке изообраза все равно приходится переставлять голоса. То есть еще раз нужно будет скачать голоса у меня из кладовочки, вот так нажать, переставить Дегала Николай, переставить Катерину. А иногда приходится переставлять даже балаболку. Но тогда начинает все работать. С чем это связано, как говорится, ну не знаю я. А вот то, что значит работает оно, работает. Ну, я особую тут сборку делать не буду, значит, Зорин плюс балаболка. У кого ручки есть, у кого голова есть, то, что я сказал, если вы слушали внимательно, ну, я думаю, что сможете, как говорится, разобраться. Это дело, скажем, все-таки для пользователей с опытом. А вот я им, пожалуйста, даю то, что, как говорится, мне в свое время прислал Сергей из Харькова. Мне это... Итак, вот выполняются эти четыре команды. В Вайнтриксах, значит, отмечаются вот эти пункты. Установить DLL. Значит, файлик тут вставляется, куда я вам показал. И, как говорится, после перезагрузки все обычно начинает работать. Так что желаю вам всем успехов. Ну, вот такие вот два маленьких нюанса по Зорину. И практически у вас теперь нормальная полноценная операционная система со всеми установленными на нее программами. И даже экстра балаболка. Ну, желаю вам всего самого доброго, всяческих успехов, удачи и до новых встреч!